Очень интересно, что умеет этот малыш. Китайский, наверное, Lucky Strike, который я купил на рынке в магазине рыбацком. Так, Чефл Микроб какой-то. Вес 2 грамма, цвет 252. Посмотрим, что это за воблер, что он умеет хотя бы в ванной. Вот такой воблерок. Наверное, это тоже чабик. Не знаю, там ничего не написано. Ну, по виду, да. Я, честно, неделю назад первый раз вообще услышал слово чабик. Прицепила на него такую мощную застежку. Боюсь, что с ней он работать не будет. Я не знаю, он плавающий или тонущий. Но мне хотелось что-то очень-очень маленькое. И купил я вот такой воблерок. Купил его за 40 гривен. Это где-то $1,5, чуть больше. Пробуем. Хлеб. Он с трудом, даже не с трудом, а с радостью всплыл. Смотрим. Жопой вертит. Вот так. Мне кажется, да, ничего для него большой. А, первый перехлест. Есть, отцепили. Тройничок для него, мне кажется, большой. Это стандартный тройник, который шел. Играет. Ну, довольно неплохая игра, как по мне. Я думаю, на головля он подойдет. По виду, по весу, по размеру смахивать на какого-то жука. Наверное, его придется использовать без застежки, а вязать напрямую. Или поискать застежки поменьше. Вот такой китайский воблерок. Лопасть, кстати, у него, наверное, по размеру такая же, как и сам воблер. Вот такой зверь. Не знаю, что на него будет клевать. Тарахтелка там внутри есть. Будем пробовать. Но пока, пока меня радует, что он хотя бы не тонет, не переваливается на бок и виляет жопой.